Какие большие стали! Что же это такие? Почему? Почему? В общем, я играла роль личинки. Хай, друзья! Вы на канале Magic Family, волшебная семейка. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки Юми, Софи, Миша, и где-то здесь бродит Эйван, сейчас он придет, и еще кое-кто. Это кто, мам? Не забудь подписаться на наш канал, нажимай красную кнопочку внизу и колокольчик, чтобы сразу прийти на канал. Как выйдет видео, потому что как только видео выходит, мама отвечает на вопросы в комментариях, так что не опаздывай. Смотрите, гимнастика! Господи, остановись! Сегодня у нас будет очень интересное видео. Сегодня наш маленький щеночек Юмичка, чихуахуа девочка, познакомится впервые в жизни с нашими хомячками Рики и Лаки, потому что Эйван, Софи и Миша, если вы видели наше видео, уже с ними познакомились, и мы показывали их первую реакцию. А сегодня мы посмотрим, как на них отреагирует наш сумасшедший ураган Юми, который все так интересно. Так что обязательно смотрите это видео. Нет, нельзя. До конца. Ребят, мы выпускаем ролики каждый день. И подумали, вам будет удобно знать, когда именно выйдет ролик. Поэтому проголосуйте в нашем опросе под буквой I. Прям тут, в видео, в уголке справа. В какое время вам удобнее всего было бы смотреть ролик. Да. Ну что ж, сейчас Юми впервые увидела клетку. Находит вокруг. Кто это живет в этом странном доме? Это хомяки, Юми. Представляете, ребят, 2 недели назад я заказала клетки для хомяков. 2 разные, для Рики и Лаки, разненькие. Но они до сих пор не пришли из этого дурацкого зоомагазина. И теперь я думаю отказаться от заказа в этом магазине и заказать уже в другом. Поэтому сейчас, пока Рики и Лаки живут вот в этой огромной клетке, она очень большая. Колесо я периодически вставляю, периодически убираю, иначе они постоянно в нем бегают, а я слышала, что это вредно. Вот Миша пошла смотреть. Это так интересно. Миша, интересно, кто там живет. Конечно, да? Интересно. Рики и Лаки такие маленькие. Миша тоже интересно. И Юми заинтересовалась. И в чего же сделаны штаб? Юми, зачем ты лежишь в клетку? Пока я жду эти 2 клетки, Рики и Лаки живут вдвоем. И на удивление, они вообще не дерутся и ведут себя очень хорошо. Даже наоборот, они очень дружные и везде только вдвоем ходят. Как мне и говорили, что если хомяки вырастут с детства вдвоем, то они не будут драться и будут жить дружно. Но существует мнение, что хомяки все-таки одиночные животные, которые любят жить поодиночке, и поэтому мы их рассадим в разные клеточки. У нас будет большое мега-переселение 2 хомячков. Мам, ну давай уже показывать Юми хомяков. Кого показывать? Что ты делаешь? Юми сейчас увидит хомяков. Мы увидим ее реакцию. Папа, ты тоже показываешь гимнастику, да? Эй, ребята, ну давайте, вылазьте уже оттуда. Вот пусть тебя кто-нибудь за нос схватит, Софи, за такое поведение. Ну давай, мам, уже покажем хомяков Юми. Давай, доставай их скорей. Ребеночек наш там выглядывает. Выглядывает из дома. Да, давай уже на них посмотрим. Я вообще ничего не понимаю. Да, Юми. Кто там вылез и наблюдает за тем, что здесь происходит? Хомяк, мама. Да, Софиша. Малыш вышел посмотреть. Привет, Рики. Эй, а где Лаки? Я тоже буду с тобой заниматься гимнастикой. Юми, иди попроси маму показать хомяков. Кто такие хомяки? Я не знаю, кто это. Я лучше поиграю с пчелкой. Пчелка, мячик, не кусай Юми в нос. Юми играет пчелкой, мячиком. Сейчас Юми тебя съест. Юми, ты хочешь посмотреть на хомячков? Кто такие? Кто это такие? Кто это такие хомячки? Я не знаю, кто это такие. Вот здесь пчелка, мячик. Пойдем, Юми. Ну ладно, пойдем. Что там? Юми притащила сюда свой мячик. Давай, мам, давай, доставай их уже. Пчелка-убийца. Юми, ты хочешь смотреть на хомяков или нет? Видимо, ей вообще все равно. Может, она не понимает, о чем речь. Эй, ребята, хватит тут усить у нашего домика. Привет. Огромный говорящий хомяк, боже мой. Кто же там выглядывает из домика? Это Лаки. Да, Миш? Они уже такие большие, мам. И сегодня мы покажем, как они выросли, наши ребята. Вот как они уже подросли, какие большие стали. Софи пищит, потому что очень хочет с ними познакомиться, да, Софиш? Ну ты же их уже знаешь. Вот такие масики, Рики и Лаки, такие уже большие ребятки. Они недавно совсем были настолько маленькие, что лежали у меня вот здесь на ладошке. Софи залезла на клетку. Софи, ты хочешь внутрь? Нет, я просто проверяю. Она не поняла, что ты их достала. А теперь они занимают уже вдвоем всю руку. Такие большие малыши уже у нас. Смотри, это же хомячки наши. Да, они красивые. У Миши самая спокойная, но при этом тоже заинтересованная реакция. Я люблю их. Софи же очень возбуждена и прям очень сильно ими интересуется. Настал тот самый момент, когда пришла Юми, и сейчас мы ей покажем наших деток. Ты можешь кто на это, них кто только это, посмотреть. Кто это, кто это, посмотри. Давай, огромный лист, пускай на землю. Ух ты. Вот это да, пушистая земля. А это что за хомяк? Я не знаю, такой вид хомяков.
Кто вы это такие? Рики, это какой-то странный хомяк. Мне кажется, что это не хомяк, а собака. Точно. Пойдем погуляем. Я бесстрастная собака. Мне ничего в этой мире не страшно. Но эти существа, они такие странные. Они вызывают у меня интерес. Но я боюсь к ним подойти. Да ладно тебе, ты чего? Ты не должна бояться хомяков. Пойдем отсюда, Лаки. О, какая гигантская гора. Какой ты мягенький. Да, надо эту гору изучить. Я их боюсь. Ну что ж, ребята, вот такая вот была реакция у Юми. У Миши и Софи сегодня тоже была очень интересная реакция. Скоро будут еще обязательно видео с хомяками, муравьями. Нельзя. Почему? Нельзя грызть. Почему? И, конечно же, собачками. Обязательно после этого ролика пойдите на мой второй канал Энни Мэджик. Ссылочку оставлю в своем комментарии. И посмотрите мое очень эпичное видео «Тысяча слоев». Пленки. В общем, я играла роль личинки. И это очень классный способ для тех, у кого есть желание похудеть к лету. Кстати, вы в последнее время очень часто просите снять какое-нибудь информативное видео про нас, про моих собак, про меня. И я решила, почему бы нам не снять что-то вроде 50 фактов о моих собаках и на моем канале 50 фактов обо мне. Поэтому пишите в комментариях свои вопросы, мы выберем такие самые популярные, чаще всего которые задают. И я постараюсь на них ответить и снять два интересных видео на оба канала. Ну что ж, а мы с вами прощаемся, и ролики выходят на обоих каналах каждый день, так что скоро увидимся. Пока! Подписывайся на оба наших канала, нажимай кружочки. И смотри еще ролики. И ставь лайк Мише, Юми, и мне, и Софии, и всем. Я за тобой слежу. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. По-моему, мы запороли песню. Да уж.